Всем здорово! Привет, привет! Катюшка, у меня оператор. Супер оператор за пультом у меня. Так, едем мы на рыбалочку. Что поймаем, не поймаем, как всегда, по отработанной схеме, или же нам улыбнется удача, и мы наконец-то поймаем долгожданную рыбу. Но дома мы точно не будем сидеть. Дома мы не будем сидеть. Сейчас говорят гухо, зимье, но мы... Мы не знаем, что это. Да, мы не знаем, что это. Если все равно бы мы знали, что это. Да, мы бы, может быть, не поехали бы. Вот такая погодка. Да. Небольшой туман, метель небольшая. Да. Извиняюсь за свою прическу. Но зима. Да, зима, чтобы... Тепленько. Да, тепленько, и это самое некогда, то работаем. То все на рыбалку, снимаем контент, YouTube. Мы уже все, фанаты YouTube. Все, съемки. Приехали мы на реку Великая. Яичницу не будем делать? Можно сделать. Не знаю. Давай, может, по-быстренькому яичницу сделаем, да я пойду рыбачить. Ага. Вообще, ни одного рыбака нет. И опять, блин, пошел снег. Опять снег валит. Не знаю, с погодой. Короче, точно глухозимье. Маслица застыла. А вообще... О. Так, что, кофе с молочком? Со сливочками. Со сливочками. Поставили кастрюльку. Ой, вернее, сковородочку. О. Эй! Смотри-ка. Не балуйся, не дой. Нормально. Блин, снег-то как валит. Снег-то валит. Нож наточил нормально. Да, нож наточил брусочком. Режет хорошо. Брусочек купили 500-й. Специально для этого. Ай, сейчас поедим, и надо уже все равно выдвигаться. Что, не зря приехали. Значит, ну все, мы едим. Прямо из сковородки. Конечно. Посуду лишнюю. Давай, а где мой майонезик? Майонезик надо достать. Так, все, я пошел на рыбалку. Я как ухожу, как будто как в открытый космос улетаю. В открытое море. Ну, как будто как космонавт я одеваюсь, скафандр, все. Ладно. Пишите комментарии. Ловись рыбкой, большая и маленькая. Какой бы Тарасу улыбнулась удача, и он поймал наконец-то хотя бы вот такую. Все. Идти очень тяжело. Снега много. Вроде прошел чуть-чуть. Вон. А уже весь запыхтелся. Глубины
значит, вообще почти нету. Получается, наверное, ну чуть побольше метра с учетом льда. Сколько лед, я фиг знаю, ну сантиметров, наверное, 30-то точно есть. Ладно, на обычную мормышечку сейчас попробую. Так, здесь стоит это. Значит, пробурился я. Вот там. Вот здесь. Попал. Короче, в песок. Тут вообще мель. Вообще мель. Вроде до берега еще далеко, а уже мелко. Потом, значит, пробурился вот здесь. Здесь ровно по бур. Бур не смог утонуть. Не знаю, почему тут тычки стоят эти так странно. Так, значит, садится батарейка. Здесь 2 метра. Значит, на... Получается, на этом берегу сижу, где Великорецкая. Там мелко. Батарейка это сама, все садится. Не знаю, вроде не так холодно. Но. Так, у меня еще там стоит удочка, надо проверить. Ладно, если что поймаю, покажу. Потому что сейчас сядет опять. Так, сейчас ставим вот такую вот снасть. Хоп, блин, все вообще. Маленько прикормил. Так. И вот такой вот поводок. Короче, вот это основная леска. Вот она идет. И тут еще поводок. Пока Артем рыбачит, делаю гречу по-купечески. Обжариваю мяско. Добавим морковку и лучок обжарим. Затем закинем туда гречку. На улице готовить сегодня очень ветрено. Решила приготовить все вот на такой газовой плите маленькой. Готовим. Лук с морковкой обжарили с мяском, добавили гречки. Сейчас немного гречка поджарится, добавим водички и специи. Ну что, водичку залили. Кипит, кипит вкусняшка. Проварится минут 15 и будет готов обед. Ну что, гречка наша готова. Ждем Артема на обед. Говядина, овощи, гречка, специи. Очень вкусно. Обед готов. Выдвигайся на базу. Так, все, понял. Понял. Значит, у меня опять, как всегда, нифига не клюет. Удочку эту одну здесь оставлю. И сейчас все уже, иду к тебе. Жду тебя. Конец связи. Жду тебя. Конец связи. Все, давай, пока. Так, ладно. Сколько времени? 12:30. Ладно, все, понял. Так, ладно, все, эту удочку я тут оставляю. Вообще, не знаю, блин, ни одного рыбака нету. Все, больше на рыбалку не пойду, если не будет рыбаков. Фу. Почему кашляешь? Да фиг знает из-за этого гаража в яме. Посидел, мерседеса-то поварил, да. Ой, гречка с мясом. Ладно, надо заряжать. Вообще все полностью садится. Из-за холода? Но в холод или ветер, я фиг знает. Че, давай расскажем про твой этот... Про твой пульт. Пульт. Про твой пульт. Короче, так вот.
На-ка, держи. Так, вот он. Значит, вот так вот он. В таком виде. Как бы вот так вот он транспортируется просто. Потом вот эта задвижечка у него. Вот так чик уходит. Потом вот здесь вот кнопочка включается. Хоп. Хоп. Все. И в одну точку вот, предположим, когда едешь, что-нибудь записываешь. Хоп. Трясет на кочках. Да, трясет, а это-то как бы она нифига не уходит. Вот такой вот гаджет. Потом он еще приближает, делает зум. Угу. Вот так вот, короче. Вообще удобно, такая фигня. Обалденная вещь. Для операторов, да? Да. Вот у кого пульты, вообще суперская вещь. О, все, пообедал. Снова пришел половить рыбку. Так, снежок. Снежок пошел. Как обстановка? Так что, только пришел на точку. Что, на той удочке нифига. Сейчас сижу на мормышку, рыбачу. Только пришел? Ты что, куда ушел-то, в Киров? Так далеко ведь идти-то, я тебе говорил. Короче, вообще нифига. Все. Налить такая. Невозможно, блин. Эх, так, ладно. Пойду до той лунки схожу. Че хоть там? Может, тут что-то маленько. И здесь нифига. Короче, странно. Здесь глубина меньше. Хоть это и середина, здесь глубже. Тут такой крутой яр идет. Берег такой крутой. Блин, должна вот здесь рыба быть. И елки эти, и все такое, блин. Там вообще мель. Нифига. Сейчас еще, наверное, часик посижу. Может, поменьше да пойду. Чё смысл-то рыбачить, если вообще даже ни одной поклевочки не было. Сейчас все собираюсь я. Сейчас, если ничего, я вытащу. Но... даже не поклевки. Так, все, короче, пошел я. Катюш, прием. Слушаю. Ну что, все, я иду с рыбалки. Минут через 15 приду. Че, чай будешь? Нет. Че, будем сразу ехать? Не знаю, подожди, приду, да. Так, короче, ни одного рыбака, один я. Ладно, сейчас в машине включусь. Фу, наконец-то пришел. Еле дошел, блин. Автономочка работает.
Так, это не знаю, куда поставить. Всё. Катюш, ну чё, как? Дела? Мне хорошо. Нормально, нереально, холодильничек. Так, все, раздеваюсь. Опять в проигрыше. Ну, короче, как в проигрыше-то? Зато я сейчас уже точно знаю, что если нету рыбаков, нефиги рыбачить, ни вообще ни одного рыбака нет. Куда они все делись? Нет, даже ни одной поклевочки, все. Река-то вообще, оказывается, мелкая. Я знаю. Там 1,80 м, самая большая глубина. По крайней мере, вот такая. Вот как сейчас. Ну, может, 2 метра там, может, где-то ямы местные знают, может, там побольше. Но вот так вот я что, пробуривался вообще. Мелочь одна. Так, ну, Катюш, что будем делать? А? Ну что, на ночь мы точно не остаемся уже. Сейчас сходим еще за водой да домой. Ну, за водой сходим и, наверное, домой поедем. С Катюшкой пошли. Воду наберем. Осторожней, скользко. Так, Катюш, подожди-ка, я схожу. Купель посмотрю. Как хоть там дела-то обстоят. Ай. О, чьи-то тапочки замерзшие. Кто потерял тапки, блин, и тут, ой, короче, так-то можно окунуться-то, так-то можно окунуться, лед-то такой нет, не очень, блин, сильно хоть ноги помочить, что ли. Что там? Так что, небольшой лед. Вывод у меня один. Вывод у меня то, сдаваться. Что, ну, это понятно, что да, мы будем рыбачить. Вот. Это самое. Тем более, что на горе-море я 7 рыб поймал. Как бы обрыбился. А то, что здесь я в Кировской области не могу поймать, так это уже проблема-то рыб, а не моя. Кировских рыб, да. Там-то я. У меня клев-то был отличный. Да. Я там бах-бах только дергал, успевал. 7 рыб за 4 дня. Вот, если у тебя нету рыбаков, то это понятно, что значит что-то тут не то. Значит, или сезон начался глухо-зимье, рыбы нету, или что, или рыбы нету, или глухо-зимье, или рыбы нету, да? Первую зиму начали рыбачить. Куда нам съездить, может, посоветуют? Да. Напишите в комментариях, кто в Кировской области живет, посоветуйте, ну, куда нам съездить. Давайте, до новых встреч, всего хорошего, здоровья, успехов, праздников никаких нету. Но у кого, короче, праздники, дни рождения, там, юбилей, еще что-то, все, наш канал Тарас Киров поздравляет с праздниками. И до новых встреч. Всем пока. Пока. Увидимся. Пока.